Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. Моя следующая лекция посвящена новому стандарту ФСБУ 28/2023 – инвентаризация. В этом стандарте, который посвящен обязательной инвентаризации, рассматриваются следующие вопросы. Как формируется комиссия по инвентаризации? В каких случаях проводится обязательная инвентаризация? Каким образом оформляются результаты и как они отражаются в бухгалтерском учете? Смотрите на видеоконсультант.